Друзья мои, внимание! Набор посуды под названием «Гурман» из нержавеющей стали, только, если вы стоите, сядьте, 27 предметов. Все самые необходимые предметы на вашу кухню, включая даже фритюр. Да, мы сейчас перечислим и посчитаем, что входит в комплектацию. Считаем, только быстренько, смотрите. Раз, два, крышки тоже считаем. 3, 4. Дальше, 5, 6. Смотрите дальше. 7, 8. 9, 10. Дальше, 11, 12. Это все в комплекте по цене на экране. 13, 14, 15, 16. Специи с подставкой. 17, 18, 19. Это фритюрница, это подставки, чтобы не пригорело. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 предметов, ребята, это невероятно, но факт. Если вы переехали на новую квартиру, ликуйте, у вас теперь есть набор посуды. Итак, начинаем со сковороды сотейника. Самая необычная ручка крышки, мы к ней вернемся. Смотрите, вот эти прекрасные в сметанном соусе крылышки приготовились с грибами в нашем сотейнике. Они у нас, Оля, томились, я не побоюсь этого слова. Скажи, пожалуйста, у тебя в обычной посуде получается эффект томления? Ну, вот только в сковороде-сотейнике, ты понимаешь это, да? Что это возможно в каком-то роде, потому что здесь высокий бортик, правильно я говорю? Нет, ты неправильно понимаешь, потому что если у твоего сотейника нет, запомни, пятислойного капсульного дна, ты никогда не приготовишь томленые блюда. Взгляните, как здесь получилось все качественно, как сочно. Весь сок остается внутри. У нас блюдо получилось томленое, вкусное, а значит, все витамины остались именно здесь. Слушай, а ты всегда морковку добавляешь? Просто, например, мои дети не очень любят вареную морковку, но мне почему-то очень нравится. У тебя всегда вкус такой с ластинкой. Я обожаю морковь и всегда люблю крупным куском. Итак, друзья, перечисляем еще раз все, что входит в комплектацию. Олег, а ты назови, пожалуйста, какие объемы наших кастрюль? Совершенно верно. Самая большая кастрюля. Кастрюля объемом, только я попрошу продюсера, 6 литров. Ух ты, огромная. 6 литров, самая большая, она нужна нам для приготовления супа и заготовок. Вот она, большая. Следующая, 6, следующая 3,9 литра, следующая 2,9 литра, 2,1, ковш 2,1, сковорода, сотейник 24 сантиметра. Дальше, солонка, перечница и... травы пряные, специальные подставки на магните, бакелитовые две подставки, фритюрная сетка, лопатка, шумовка, половник, есть специальная вилка двухсторонняя и специальная ложка для пасты. Для макарон. Да. Итак, и фритюрная сетка. Вот и фритюрница. То есть, смотрите, это целый комплект. Невероятное, многофункциональное предложение по цене, от которой невозможно отказаться. Я хочу напомнить условия оплаты телеканала Shopping Show. Сейчас вы звоните по многоканальному телефону. Звонок бесплатный, даже с мобильного телефона. И вы сейчас не оплачиваете ни копейки за набор посуды «Гурман». Оплатите его тогда, когда вам это будет удобно сделать, потом на почте. Оля, у меня маленькое заявление тебе и обращение. Смотрите, самая маленькая кастрюля. У меня здесь тушатся перцы. Помните, я вам сказал, что здесь очень уникальная именно крышка. Смотрите, что я сейчас сделаю. Крышки такой нет. За мной можно, пожалуйста? За мной, за мной. Я ее выкладываю именно сюда, и она становится именно на ручку крышки, а значит, не капает. Смотри, какое еще удобство. Даже если ты помешиваешь, ты можешь ложку положить сюда гениально, или вилку. Гениально. Это удобно. А теперь достаем томленые перцы. Давай. Благодаря пятислойному капсульному дну. О, какие у тебя перцы прям с крышечками. Слушай, я всегда вот эту верхнюю часть выбрасываю. Зачем? Ее можно оставить в качестве декора. Я не знала, что так можно. Итак, друзья, давайте посмотрим, как можно подать перцы по-сотниковски. Фирменный рецепт. Кстати, скажи, пожалуйста, рис добавляешь вовнутрь? Можно добавлять. Я всегда отварной рис добавляю. Мне кажется, вот отварной как-то вкуснее. Ты знаешь, у меня муж любит исключительно без риса, только с мясом. Ну, мясоед любит.
любит он мясо в изобилии. Ой, как красиво! Вы можете такие же перчики преподнести в качестве сюрприза для своих домочадцев. Готовить будете в наборе посуды «Гурман». «Гурман». Оля, ну посмотри, что есть в нашем наборе посуды. Фритюрная сетка. А значит, вы блюда из фритюра, такие как хворост, такие как крылышки, наггетсы, картошку фри, легко приготовите. А пирожки? Пирожки Олег, можно. Вот скажи, ты с мучным вообще имел когда-нибудь дело? Или только готовишь вот птицу? Ты знаешь, что я в свое время, я тебе рассказываю историю жизни правдивую. Я стоял лично на выпечке, на пирожках. Я в день выпекал, в день по 350 пирожков разных с начинками. Я замучился стоять. Но мне это нравится. Я люблю выпечку. То есть ты любишь выпекать? Да, я замешивал тесто. Ну, сотников. Ну, все может, абсолютно. Ну, ты тогда, как никто другой, понимаешь, что пирожки вкусные самые получаются именно во фритюре. Беляши во фритюре. Картошка фри, которую обожают наши малыши, тоже во фритюре. И вы все это можете готовить у себя дома на плите при помощи специального приспособления, которое идет в комплекте. Оль, давай еще раз разберемся, в чем особенность данной посуды и в чем уникальность ее. Мы про 27 предметов рассказали. Все прекрасно. Но смотри, какая фишечка есть здесь. Так, можно? Я тебя пододвину. Давай. У меня здесь обыкновенные две есть крышки. Вот они, заготовлены. Которые есть в обыкновенной посуде. Так. Смотрите, когда вы снимаете эту крышку, кладете, она у вас либо капает на столешницу, либо вот так вот катается. Либо эта крышка, смотрите, ручки это здесь одинаковые. Смотрите, как неудобно. Она катается и капает на столешницу. Какая же у нашей крышки вот такая вот ручка? Смотрите, здесь специальная плоская поверхность, которая позволяет нам эту ставить крышку, а значит, она никогда не будет болтаться. Кроме того, если вы что-то готовите, вы можете положить сюда, например, вот такую вот вилку или ложку. Теперь поговорим, Оля, с тобой о пятислойном капсульном дне и поговорим с тобой, из чего сделан наш набор посуды. Давай. Во-первых, это полная комплектация, 27 предметов, то есть докупать ничего не нужно. Выполнена она вся наша посуда из нержавеющей стали. Это самый качественный материал. Внутри присутствует, если вы видите, мерная шкала. А значит, вы никогда не ошибетесь с приготовлением, Олечка, риса. Клепанные ручки у каждого предмета. Это говорит о том, что она качественная и никогда не сломается. Брендовая посуда везде стоит на каждом предмете. Вот такой вот, Оля, логотип. А теперь минуточку внимания. Так. Что ты знаешь о многослойном капсульном дне, которое находится здесь? Ну, я знаю, чем больше капсул, тем лучше. Чем больше слоев, молодец, тем лучше. И, знаешь, определяется вот эта капсульность по весу. Она сама по себе тяжелая, но не в этом еще фишка. Фишка заключается в следующем. Подходит для всех видов плит. Так. И здесь можно создавать эффект томления, в отличие от других. Вот она. 5 слоев. Первый идет из нержавеющей стали, потом идет воздушная прослойка, идет дальше алюминий. Воздушная прослойка, алюминий. И так 5 слоев. Если у вас разношерстные кастрюльки, где-то грязные, где-то уже подгорели, выбрасывайте без зазрения совести. Ведь у вас теперь есть полноценный набор «Гурман».